Вообще игра хорошая, опять же, очень. Вот тут мне разработчики нравятся. Разработчики реально, ну, хорошие люди, сразу видно. То есть они сделали игру, и они сказали открыто, что мы понимаем, что нашу игру будут пиратить. Не у всех есть возможность банально купить ее. Ну, особенно вот возвращаясь к теме доллара, действительно, 17 баксов она стоит, но это не так мало. И они там даже давали, просто раздавали ключи на эту игру и говорили, что пиратство, ладно.